Мы не лидерская страна, мы не воспитываем в людях веру в себя, в свои возможности. Мы страна патернализма. Мы скорее каждый раз подчеркиваем, что государство за тебя решит проблему. Ну, мы еще не успели решить, но мы скоро решим, а ты нам должен верить. Я предлагаю другой вариант. Не зависеть ни от власти, ни от местной, ни от федеральной, ни от крупного бизнеса, ни от состояния своих родителей, ни от кого находить свое место в жизни. Я передаю свой собственный опыт. И таким образом я заряжаю человека на то, чтобы он смог в большой степени быть свободным и независимым от окружающего мира, что для России очень актуально. А с другой стороны, при этом умел быть успешным, зарабатывать деньги и получать от этого удовольствие. И если таких людей будет большинство, то все изменится, в том числе и страна. Одного-двух семинаров ваших достаточно, чтобы стать уверенным в себе, успешным лидером? Я сама прошла этот путь. Я была никем. Я не ощущала себя лидером, я боялась этой позиции. То есть я не хотела брать ответственность за свою жизнь. Я ее перекладывала на других. Я готова была быть вторым, третьим человеком, но не первым. А я была очень робкая. И я бы не сказала, что я была дико успешной. То есть что-то получалось, но так консервативно и нудно, что потом я от этого уставала. Летать я не летала, я ходила по ступенькам вверх, но я шла. И поэтому я считаю, что можно. Почему? При условии, что вы уже чего-то добились. Человек, который ничего не умеет, ничего не может, он и не заработает на этот билет, и не захочет никуда идти. Он будет ждать, когда кто-нибудь ему поможет. То есть он проситель. Вот что вы все-таки советуете на ваших мастер-классах? Значит, если он меня прослушал в течение 2,5 часов и потом задал все свои вопросы, то он выйдет точно уверенным в себе и получит набор инструментов, которые использовала я. Я не учитель, я не психолог. Я просто даю свои инструменты, которые я использовала, чтобы вот из этой серой мышки стать тем, с кем я стала. Причем при том, что я и падала, и поднималась, и опять падала, и уходила сама, например, из политики в никуда, и все равно добивалась успеха. И дальше человек начинает думать. Если он хочет, он использует эти инструменты, если у него есть проблемы. Нужно вырастить масштаб своей личности. Чтобы быть лидером, нужно понимать, что ты равен Вселенной, ничем не хуже. И а ты можешь... Сверхзадачи какие-то? Конечно, конечно. Но нужно прекрасно понимать, что поставить задачу сверхамбициозную – это первый шаг. А дальше нужно набирать профессионализм и вкалывать очень много. Я же поставила себе задачу быть президентом. Я им не стала, но эта сверхзадача привела к тому, что я очень много работала. И за 12 лет я стала профессионалом. И до сих пор, как профессионал, могу, в общем-то, решить многие проблемы. Поэтому не делай человека полностью успешным только постановка сверхзадачи. Все мы, да, не сильные люди. Но есть конкретные вещи. Например, если ты мечтатель, такой вечный Обломов, то если ты недоволен своим положением, все-таки первый шаг нужно сделать, но не очень сильный. Маленький. Ну, например, вам не нравится ваша работа. Это не значит, что после моего мастер-класса вы должны пойти и уволиться. Но вы можете после моего мастер-класса сделать маленький шаг. Например, написать резюме. Это уже шаг. Причем, как только вы напишете это на бумажке или у себя в iPad или на компьютере, он начнет жить своей жизнью. То есть резюме начнет жить своей жизнью. Она на вас потянет. Она заставит вас сделать второй шаг. Какой шаг? Порыться в интернете. Возможно. И пару мест туда закинуть. Дальше машинка начнет работать сама. Вам, например, где-то позвонят и скажут, ну что ж, мы прочитали ваше резюме, приходите на собеседование. А вас уже пригласили. И вы уже, даже если вы робкий, и вы не в состоянии действовать, но вы же вас пригласили, и вы начинаете делать. Например, вы не прошли это собеседование.
И дальше бы немножко разозлились. Какого черта, такой хороший специалист меня не взяли. А ну-ка я еще в пару мест закину. Шаг за шагом. И вот так возникает постепенно совершенно другой человек. Вы читаете тренинги еще для людей, которые хотят быть счастливым и одновременно строить и карьеру, и да, совместить все. Да. Да. Вот секрет, неужели это действительно возможно совместить? Ну, это возможно совместить, если ваша жажда это совместить очень большая. У активного человека, у лидера, у которого такая жажда жизни, сон более глубокий, и ему требуется времени меньше. То есть, в принципе, для активного человека, вне зависимости от физики, достаточно 6-7 часов. Это первое. Второе. Человек, который так жаждет совместить все, он поймет, что ему нужен крепкий организм. Иначе он не выдержит. Потому что надо же все совмещать и получать удовольствие. Не так, я все успел, но я сдох. Да? Поэтому он начнет заниматься спортом, правильно питаться. После семи не будет объедаться, не будет литрами пить пиво. Значит, приведет себя в порядок. А как он это сделает? Сделает следующим образом. Если он работает с 8 до 8 вечера, то он может записаться в клуб на 7 часов утра. Поплавал 10 минут, да? Гантелями поработал еще 10 минут. В баню залетел на 5 минут, холодный душ контрастный принял, оделся и пошел. И ты уже весь в шоколаде, а у тебя ушло всего полчаса. Но этот человек, который захочет это сделать, поймет, что он не будет успевать. Значит, нужно найти клуб такой, чтобы было от дома, ну, типа в 3 минутах. Если он находит, он идет на это, потому что мы имеем в виду средний класс, люди, которые хоть что-то зарабатывают. Если он не находит, но он жаждет совместить все, он быстренько купит себе тренажер и встанет точно так же в 7 утра. Потом мужчина захочет совместить с тем, чтобы все-таки с друзьями встретиться и одновременно с семьей побыть. Кто-то захочет совместить свое хобби, чтобы его не выбрасывать в форчику, потому что человеку нужно опереться все-таки не только на профессию, но и на совсем удовольствие, потому что тогда вскрывается воображение. И одному нужно обязательно, например, там, порисовать свою картину. Другой нужно сбегать и потанцевать свое танго, да, и так далее. Возникает амбиция. Здоровье уже есть, мотивация есть, а очень хочется совместить тогда. Что нужно сделать? Нужно взять бумажку или открыть компьютер и расписать свой день так, чтобы в нем наравне с вашими обязательствами серьезными, которые вы привыкли исполнять за день, наравне соединились все остальные. У меня есть график на каждый день. Там прямо написано: поцелуй ребенку, спортивный клуб, там, премьера кино, например, в 11 часов вечера. То есть до этого нужно все успеть. Там. Обязанности и удовольствие. 5 интервью, там, 25 этих самых, книжку, да, пишу книжку. И все, вот и пошло. Если вы будете на неделю расписывать, а потом корректировать, вы будете успевать все. Нужно все рассчитать с точки зрения затрат времени. То есть выступить таким оптимизатором своей жизненной энергии. Тогда вы ее начинаете экономить и получать удовольствие от того, что вы все успели. От этого она возрастает, и вам спать можно уже 6 часов. Вы все равно все успели. Главный ключ, секретик здоровья, молодости, энергии, успеха, лидерства заключается в том, что вы должны найти кого? Самого себя. Что вы хотите? Это самое сложное. Найти, чем бы ты хотел таким заняться, от чего у тебя вырастают крылья, ты бы и мир вокруг будет меняться, очень сложно. Особенно, когда слишком много информации. Поэтому до 30 лет не нужно напрягаться. Нужно перебирать все, что получится. Кто журналистом, кто бизнесменом, кто торгует, кто это, кто учится. Вообще все подряд. И набирать профессионализм. Мне не очень нравилось учиться на экономическом факультете. Но в течение этого времени я влюбилась в Маркс. Мне захотелось поступить в аспирантуру. Потом мне надоело писать диссертацию. Я на все плюнула и захотела
работу в госплане. Я поработала в госплане, мне все надоело. И я решила найти преподавательскую работу. С трудом я ее нашла. Потом я вспомнила, что какой же я преподаватель, мне нужно защищать диссертацию. Я стала параллельно уже с двумя детьми писать диссертацию. Я этого добилась к 30 годам. Я вытащила кучу профессионализма из преподавательской работы. Я научилась говорить с аудиторией. Я вытащила кучу профессионализма из работы в госплане. Я поняла, что такое плановая экономика, насколько она неэффективна и, да, как нужно делать по-другому. Я вытащила кучу своего опыта из работы в частном бизнесе. Когда я плюнула на все, ушла в частный бизнес. Поняла, как работает рынок. Кстати, все это соединилось, а мне не все так уж нравилось. Я просто все перебирала и везде вынимала все, что нужно. И потом вдруг я поняла, что мне нужно быть политиком. Я победила и стала политиком. И в этот момент я соединила все свои знания. Это придет. После 30 это придет. Главное не забывать, что нужно очень много вкалывать по формированию самого себя. И если даже что-то не очень нравится, то нужно заработать деньги, тогда делай это супер хорошо до 30 и вытаскивай оттуда максимум знаний и опыта. И после 30 у таких людей постепенно возникнет и вкус к жизни, потому что они точно придут. Немногие согласны страдать много лет, чтобы потом чего-то добиться. А зачем страдать? Нужно добиться того, что каждый раз, когда вы что-то делаете, вам это по кайфу. Двигаться так к этой сверхидее – это же кайф. А если вам нужно или все остальное страдание, это ложная идея. То есть так, я хочу быть прямой балериной, но я не хочу что, в репетиционном зале работать, что ли? Это так получается. Я поздравляю, конечно, всех женщин со смешным праздником 8 марта, когда раз в году нам все уделяют демонстративно внимание и дарят цветы. Но какой бы ни был смешной этот праздник, это повод задуматься о том, чтобы действительно женщина почувствовала себя счастливой, недостаточно только одного мужчины. Поэтому я желаю всем найти вот этот источник счастья в самой себе. И тогда все станет по-другому.